Привет, что? А что ты молчишь, ничего не говоришь? Зашейте мне рот, я сегодня ем уже пятую конфету. Ем. Поэтому не говорю. Сразу две, что ли, тут все? Загонять неудобно. Ты 2 года назад баню построил. Все еще доделать не можешь? Нет, мы ее на самом деле не доделывали, потому что бревно садилось. Вот эти 2 стенки были сделаны. Ну, каркас. Как? Каркасная строительная? Короче, вот здесь, каркасная, где не бревно. А вот тут вот. Тут и тут вот эти 2 стенки ждали, когда сядет. Она не села вообще практически. Там вот еще такой гоночек пойдет. Здесь тоже. Много оставляли, думали, сядет, и нифига не сел. Вот такой порядок. Сантиметр. Здесь тоже порядок. Вчера съездили, купили всякие штучки. Веник какой-то. Соли. Типа прямо на камни куда-то. Видимо, как-то складывают. Положить их надо, не знаю. Часики. Всякие масла. Масла, конечно, мы зря купили, надо в аптеке их покупать. Я вчера говорил, да? Молодец! Вчера мы купили. Гигрометр, термометр. Потому что у меня... Нет, наверное, больше гигрометра и термометра. Нет? Ничего, все нормально. Помолчи. Не-не. Это вот так. Только не знаю, как Сережа их повесит. Там были угловые, но некрасивые. Как дела-то у тебя? У меня? Да у меня-то хорошо. Только ничего не успеваю опять. Столько всего надо. Столько всего надо. Динамик начинаю все. В смысле? Прямо. Тяну резин. Откладываю решение некоторых вопросов. Встречи там или еще что-то, но потом. А уже сколько, неделю или там, допустим, по каким-то вопросам, там неделю, допустим, даже 2 прошло. Видео не снимаешь? Да, видео не снимаю. Кто-то там уже даже написал, что отписывается, видео мало. Да. Как жить ты теперь с этим будешь? Ну вот, кто отписался-то? Не знаю. Ну вот, не знаю, что даже, придется что-то с этим человеком делать. Отписываются. Мне кажется, нет, у меня почему-то такое ощущение, что может быть еще меньше видео сюжета. Потому что дальше еще меньше времени будет. Вот так вот. Так-то как бы в целом все хорошо, но мозговая деятельность отнимает очень много времени. Здесь мы сделали фольгу, а там фольгу делать не будем, потому что здесь парилка. И сейчас будут говорить, почему вагонка, надо бревно оставлять. У нас не получится оставлять бревно, потому что здесь в форме чего? Корыто. И туда попадала бы вода. Блин, тут трещина пока. Поэтому... Ну ладно, не страшно. Надо на углу делать сейчас. Ага, надо точно мерить. Что, вот у тебя есть? Это маленькая. Маленько. Она также 227. А. Ты такой, на, тебе просто. А, ну все правильно. Спилить ее просто на. Может, ее так прямо сделать? Сделай. Или убрать лучше вот этот. Ты уберешь некрасиво, опять спилишь некрасиво. Лучше так, наверное, ставить. Можно. Ты же криво спилишь-то. Да. Кривочка.
Или вот так вот лучше? Или наоборот? Не знаю. А как у тебя вверху там будет? Дыра там будет? Короче, ладно, конец вам покажу. Посмотрите на этого работника. А? Работает он. Спина что-то, блин. Спина, говорю, блин. Искал вчера арматуру. Полторы тонны, не меньше. Пояс верности ты забыл, где? Пояс верности. О! У нас даже здесь бардак. Ну что? Короче, поэтому, у нас везде бардак. Поэтому спина вот болит. Доски так и не разложены у меня. Ничего не сделано. О планах, конечно, хотелось бы рассказать. Ничего не буду рассказывать. Ну, помидорки у нас тут. И потому что... Вот эти, кстати, помидоры отправляла нам... Кто? Елена Орлова из Екатеринбурга. Я их садила все одинаково. Это наши, ну, в общем, те, которые мы постоянно садим, наши семена. А вот эти отправляла Елена. Они зашли самые первые, даже видно, что они больше. Спасибо вам большое. Зашли дружненько, вот здесь только. Я садила по 5 штук, здесь только 2 из 5. А так все вот 4 минимум, так и по 5. Я не пикирую. Помидоры, так что. Работает лампа? Теплица уже поедет на эту неделю. Лампа работает, вот здесь вообще темно. Если выключу, здесь темно. Тут вот солнышко только вот сейчас 4 часа. А так работает. Вот даже вот здесь вот солнышко и то какие-то такие. А тут нет. Лампа работает, да? Ой, что-то толкаешься. Ну все, выключай, давай, будем работать. Что делать? Зови таджиков. Закончили в парной, в парилке, кто как называет. Здесь набрали воду, сейчас топим баньку. И вот что у нас получилось. Здесь все доделано. Здесь все доделано, осталось единственное купить сюда сетку на трубу у нас, потому что остались камни, их нужно сюда будет поместить. Здесь, в принципе, достаточно жарко, нагревается очень быстро, и это уже в качестве декора здесь будет труба закрыта сеткой и камнями, просто чтобы она не бросалась так в глаза. Вот, подкрасить здесь кирпичи, убрать всю смолу. Сережа сейчас пробовал, не знаю, чем-то он там оттирал ее, она оттирается, как сказал. Вот, и еще у меня есть вопрос. Вот сюда вот нам необходимо сделать такой поддон железный купить. Ну, то есть вот прям под камни, чтобы сюда капало, чтобы здесь не скапливалось, ну, вернее, не капало, не текла здесь вода. Вот ширины вот такой, ну, и вот такой где-то металлический, невысокий. Мы нигде не можем найти, где это найти, может... Понятно, что это не в специальных банных отделах, а где-то, может, в другом месте. Может, кто-то что-то посоветует. Сегодня мы пойдем в баню, так что все, я пошла за Верочкой. Верочка у меня сегодня сидит весь день с бабушкой. Пошла за Верочкой и будем заниматься делами. Вот так у нас получилось. Мне нравится. Здесь будем на днях обшивать все. Я полила здесь водой, так что темное все. Ну все. Пока. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.